Ребята, всем привет! Сейчас сели ужинать и очень захотелось отведать синеньких по-грузински. Эти синенькие закрывала моя бабушка. Очень классный салат, очень классные синенькие получаются. В общем, сейчас мы их откроем, посмотрим, что в этой банке находится. И в конце видео я зачитаю вам рецепт приготовления, который мне сообщила бабушка. Сам процесс приготовления вы, конечно, не увидите, потому что они уже законсервированы и готовы к употреблению. Но рецепт я вам зачитаю. Пока жена открывает банку, вот посмотрите, значит, вы можете научиться готовить вот такой вот картофельный соус с куриными крыльями. Видос уже будет опубликован на канале, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Сейчас мы занимаемся открытием этой баночки и посмотрим, что же у нас внутри находится. Кошка внимательно наблюдает за процессом, да, Маша? Маша, посмотрим, что там находится. Видите, как она внимательна. Итак, открыли баночку. Вот так вот выглядят эти синие. Сейчас мы их будем выкладывать на тарелочку, чтобы вы посмотрели. Очень-очень вкусно, вам понравится. Итак, посмотрите, как эта красота выглядит. Они просто обалденные. Мы сейчас, наверное, сядем и эту полулитровую баночку и скушаем, потому что вкус просто непередаваемый. Рецептик вы получите обязательно. А также фотография будет в нашей группе ВКонтакте. Вы можете там посмотреть более внимательно этот рецепт. Вот такая красота. Посмотрите, как они выглядят. Просто песня. Итак, ребята, давайте попробуем эту вкусняшку. Я вот возьму синий вот этот и попробуем. Очень вкусно. Еще люблю кушать их вот так вот. Вот смотрите. Беру синенький, кладу на хлебушек, и как бутербродик. Получается просто зачетно. Поэтому учитесь готовить. Рецепт я вам оставлю. Сейчас продиктую вам рецепт. А на этом все, ребята. Всем приятного аппетита. Учимся готовить. Если есть какие-то вопросы, пишите мне в комментариях. Я обязательно своей бабушке их задам и переспрошу интересующие вас вопросы. Всем до новых встреч. Пока-пока. Итак, зачитаю вам рецепт. Синие по-грузински. 4,5 килограмма синих. Порезать толстыми кружочками толщиной в палец и засолить на 1,5 часа. Соль добавляйте по вкусу. И после того, как пройдет 1,5 часа, в синеньких образуется вода. Вот эту воду нужно слить. Далее синенькие нужно обжарить с двух сторон. После вы должны уже делать соус. То есть это такой сироп. Соус-сироп, так скажем. Значит, как сделать этот соус? 10-13 перчин красных, ротунда, 2-3 головки чеснока. Все это перекрутить через мясорубку и в перекрученную массу добавить 100 грамм уксуса и 175 грамм сахара. Обжаренные синие макаем в этот сироп и складываем в стерилизованные банки. То есть до складывания вы должны баночки пустые простерилизовать. Оставшийся сироп разлить по всем банкам. Если у вас не хватит вот этого сиропа, значит, можно добавить кипяченый томат. После того, когда вы все это сделаете, нужно полные банки простерилизовать. Значит, пол-литровая банка стерилизуется 10 минут, а литровая банка стерилизуется 15 минут. И когда вы все простерилизуете, сразу нужно закатать банки крышками. То есть простерилизовали банку 10 минут, надели на нее крышку и закатали. Простерилизовали вторую банку, надели крышку и закатали. Вот такой вот рецепт, ребята. Если вы не умеете стерилизовать банки, тогда напишите мне комментарий под видеороликом. Я обязательно спрошу у бабушки, как это делается, и вам сообщу, сниму для этого отдельный видеоролик. На этом все. Всем приятного аппетита. Пишем свои комментарии. Возникнут вопросы,
Пишите, не стесняйтесь, мы обязательно вам поможем и ответим. До новых встреч, пока.